Читаем классиков в музее. В Свердловской области прошла акция тотального чтения. Читать книги, приглашать писателей и организовывать творческие встречи, так или иначе связанные с литературой. Это уже стало традицией Дня чтения в области. Ирбитский государственный музей изобразительных искусств присоединился к этой традиции. На трех площадках музея прошли игры, квесты и экскурсии под общим названием «Читаем классиков». Действующая выставка музея, посвященная 90-летию знаменитого иллюстратора. Графика и писателя Виталия Воловича как нельзя лучше подошла к этой теме. Король по склону едет, над морем на коне, а рядом реют чайки с дорогой наравне. Король глядит угрюмо. Опять в краю моем цветет медвяный вереск, а меда мы не пьем.